Всем привет! С вами канал Софити, и я ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 29 января, воскресенье. Мы приехали на озеро Комсомольское, которое находится в черте города. Вот оно. Сейчас попробуем немножечко приблизить. О, видно дома. И мы находимся на этом озере, на рыбалке. Приехали буквально минут 10 назад. И вот наши ребята сидят. Сейчас мы к ним подойдем и посмотрим. Погода у нас сегодня отличная. Сегодня у нас минус 3, ветер метр в секунду. Вообще изумительно. Ветра стихли. Буквально вчера днем ветер был до 18 метров. Вон как у нас погода резко меняется. Сегодня минус 2. Сегодня на рыбалке у нас принимает участие это Оленька. Нету. Нету Оленьки? Убежала. А где она? Она убежала. Покажи-ка себя. Помаши папе ручкой. Вот она. Это ее супруг Юрка. Он, как всегда, не хочет на нас внимания обращать. Клюет, потому что. Вот, видите, плюет. У меня тоже клюет. Плюет, потому что. Саня. Вот он, Саня. Помаши папе ручкой. Вот он. Ага. Его отец Коля. И не русский. Африка. Не русский. Представитель Африки. Да. Тунисец наш. Да. Хайель. Представитель малых народов. Ну и за кадром, как всегда, ваш любимый Санечка. Давайте посмотрим, что у нас здесь клюет. А у нас здесь сегодня клюет окушок. О, даже щучка. Нифига себе, смотрите, щучку поймал. И такую маленькую. И вот не стыдно вот Юрке ее брать, а? Сказали брать. Куры сидят, все. А, вот куры сидят, все. Вот наша курица. Она все съест, сказала. Склюет. Курям же надо кальций. Сейчас посмотрим, как у нас здесь клюет. А клюет, смотрю, у нас здесь слабенько, да, Оль? Нормально клюет. Орально? Вот он. И Оленька тащит у нас. Вот он. Кать, ты можешь этим, слышишь? Ох, два сразу. Дуплет, нифига себе. Ты можешь, Саня, спиннингом их по это, больших поприважить. А кушок такой небольшой, где-то грамм, наверное, 100. Ну, нет, много сказал. Наверное. Стоп. Надо было кастрюльку взять и поварить ушицы. Она... Грамм 50, наверное. Не, много сказал. Грамм 30, наверное, да? 20. 20, да? Рыбка поклевала чуть-чуть и что-то притихло. Начали рыбачить на глазик, да, Юр? На Юркин. Вот. Юрка говорит, пока у меня есть глаза, я буду рыбачить. А два глаза это роскошь, да, Юр? А три ни к чему. Это понятно, что три ни к чему. И вот тут ребята еще насыпали в кошелочку. Вон она, рыбка. Ловим на какие мормышки в основном? На разные. Ловим на мормышки разные. Голубые, красные. Тут хайхель пытается поймать. Озеро такое, что и рыбачат люди, и отдыхают. Вон ходят, ходят, прогуливаются. Тут же сразу и собак выгуливают. Ну что, у черты города, поэтому хорошо.
переехали на другое место, на реку Печора, около поселка Искателей. Видно поселок, люди рыбачат, палаток много. Сейчас мы будем пробовать тоже здесь. Вот ребята подошли уже, занимаются буром. Посмотрим, как здесь клюет. Здесь у нас тоже сидят рыбаки, отдыхают. Там дети, смотрю, со взрослыми ловят рыбку. Ну и мы сейчас пробуримся и будем тоже рыбачить. Посмотрим, как у нас будет клевать. Ловить мы будем сегодня здесь на манку, на опарыша и на вымя. И еще раз будем ловить на вымя. Сейчас Калюнька сделает первый заброс и посмотрим, как у нас будет клевать. И первая рыба пошла. Вот он, окушок. Гребешок. На вымя. Поймал на вымя. Посадил манку на два крючка, вытащил одну плотву, здесь ее называется рогой, и посмотрим, как будет клевать на эту удочку. А здесь у меня две мормышки с опарышами. Течение присутствует, леску уносит в сторону, глубина здесь примерно где-то около 2 метров. Чувствуется свал, потому что здесь 1-2 метра, у Коли уже 2-2.5-3 метра будет. Что-то поймал маленькое. Сейчас посмотрим. О, видите, вот такая вот сорожка, вот небольшая, махонькая. Саня поймал зельдюшечку, вот она какая. Клюнула на опарыш у него. Да, на опарыш. Вот такая вот у нас еще рыбка уводится. Да вот наловили уже столько рыбки здесь. Коли удочку утащила рыба, пока он торговал лицом. Вот сейчас он что-то тащит. Я там чай. Посмотрим, что он там тащит. Вот она, сережка. Сережина. Ну что ж, мы собираемся домой, потому что ничего не клюет. Перестало вообще. Смотрите канал Стофити, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем очень рады вашим комментариям и вашим просмотрам. До новых встреч!